И всем привет! Сегодня в рубрике «Библиотекарь дома» мы с Лизой будем делать что? Ледниковый период. Ледниковый период. У нас есть вот такой динозаврик. Шарик. Шарик. Мы его сейчас будем замораживать, как будто бы он замерз в ледниковом периоде. А потом будем его размораживать. Итак, что мы сделаем? Как будто бы он застыл у нас, замерз в глуби льда. Да? Что нам нужно для начала, да? Что нам нужно? Вот это что у тебя, Лиза? Шарик. Шарик. Нам нужен, во-первых, динозаврик. Во-вторых, нам нужен шарик. И нам нужна водичка. Вот мы сюда налили. Мы будем шарик наливать в воду. А еще, чтобы налить в воду в шарик, нам потребуется воронка. Ну или как-то вы можете это под краном налить. Нам, чтобы вам показать, нужно все это сделать прямо здесь. Итак. Первое, что нам нужно, и я думаю, что это будет не очень просто, это нужно запихнуть динозаврика в шарик. Да. Так, смотри, запихивайся. Вчера что-то потерял, помню, что, поэтому не искал. Не помню даже, что нашло, помню, что нашел. Вчера что-то упустил, о чем просил, кого простил на все. Вот, динозаврик у нас здесь. Теперь, Лиза, давай держи вот так. Мы сейчас будем туда наливать водичку. Давай я сейчас вот так вставлю. Главное, чтобы шарик оказался не дырявый. Посмотрим. Можно так детям объяснять, как водичка замерзает. У нас будет в морозилке. Итак, держим. Или давай я буду держать, а ты давай тогда наливай воду. Нет, я. Ты будешь держать? Да. Буль-буль-буль. Ну, вот, я думаю, что уже, в общем-то, достаточно. Итак, убираем. Тут у нас все не поместилось. Надо так. Теперь аккуратненько снимаем шарик. Да, чтобы из него вода не. Так, надо чуть-чуть вытекло все-таки. Это тряпкой. Сидите, сядут. Подожди, сейчас мы завяжем, и мы все уберем с тобой. Итак, водичка в шарике. Мы завязываем шарик. И мы его уберем в морозилку. И потом, через некоторое время, когда он замерзнет, мы вам покажем, что там получилось. Итак, вот нас наш замороженный динозаврик здесь. Давай, Лиза, вскрывай. Ой, то скрылся. Как мы его съедим. Да, наш ледниковый период. Да. Этот ледниковый период не путайся. Надо ножницы. Ножницы. Давай стягивай его просто. Вот он. Снизава. Ледниковского периода. Давай посмотрим, что там у нас получилось. Переверни, где он у нас там? Вот он у нас, динозаврик там, да? А теперь мы можем смотреть, как он будет оттаивать. И посмотрим, что будет дальше, да? Пока полежит немножко, подуешь на него, погреешь его, да? Прошло совсем немного времени, и вот наш динозаврик практически оттаял. Интересно было ли за ним наблюдать, да? Да. Как он оттаивает. Вот все, отвалилась последняя ледышечка. И вот мы его достали. Классный опыт, Лиз. Да? Классный. Как тает лед. Да. Как водичка превращается в лед, а потом она тает и снова превращается в водичку. Да, видишь, что-то осталось все сырое. Да, надо его согреть. Ему очень холодно. Ну и все. Скажи всем пока. Всем пока. Пока.